Привет, это ежедневные новости Диндекс. Поехали! Выходец из Microsoft и Amazon возглавил диджитал направление Магнита. Должность директора по цифровым технологиям занял Юрий Мясник. Новым гендиректором Яндекс.Еды назначен Роман Марисов. Ранее он отвечал за продуктовое направление Яндекс.Гоу. Инишатив взяло диджитал-бюджет Ростелекома. Компания подвела итоги тендера на планирование и закупки рекламы в интернете. Mail.ru Group объединяет свои проекты с платформой Pulse. По окончании интеграции команда компании займется обновлением главной страницы Mail.ru. Студия «Медиаслово» расторгла сделку с Яндексом и заключила с ОКО. Соглашение с ОКО имеет формат First Look Deal, что дает сервису приоритет в выборе проектов.